Чтобы приблизить новогоднее настроение, наш город наряжается в праздничное убранство. Государственная администрация не исключение. В этом году к этому вопросу подошли креативно. Помогли школьники и дошколята. Как выглядит елка глазами детей? Это эксклюзивные игрушки ручной работы. В них вложен кропотливый труд самых маленьких бендерчан, их родителей и педагогов. Это колокольчики, милые снеговички из носочков, шарики с блестящей отделкой, символы наступающего года, добрые собачки и другие замечательные новогодние украшения для зеленой красавицы. Благодаря им елка основного здания города приобрела теплый и добрый облик, напоминая нам о том, что праздники – это в первую очередь улыбки и радость наших детей. Спасибо нашим маленьким мастерам, а также их родителям. Поздравляем всех вас с Новым годом и наступающим Рождеством! Новый год – волшебный праздник. И даже самые простые вещи, такие как пластиковые бутылки и пенопласт, могут стать прекрасным новогодним украшением. Рецепт прост. Добавить немного любви, немного тепла и немного детской фантазии. И вот дизайнерская игрушка готова.